Мемориальную доску памяти заслуженного юриста Якутии Афанасия Илларионова установили на здании Нерюнгринского суда. На торжественное открытие мемориала прибыла делегация из Хаястыкского наслега Чурапчинского района. Земляки Афанасия Петровича рассказали о его жизни и трудовой деятельности, дали высокую оценку его личности, вклад в развитие якутской государственности. Афанасий Илларионов был переводчиком и талантливым поэтом. На церемонии открытия присутствовал его сын Петр, который пошел по стопам отца и работает судьей в Нерюнгринском суде. Наша дружба с Чурапчинским улусом уже длится в течение 40 лет. Эта дружба, она подкрепляется не только словами, но и делами. И вот сегодняшний знаковый день, когда мы открываем такую серьезную, будем говорить, памятную доску Афанасию Петровичу. Поэтому вот еще одна веха дружбы Нерюнгринского и Чурапчинского улуса – это сегодня. Это тоже один из тех исторических моментов, которые мы с вами наблюдаем.